В Барнауле эвакуировали 28 человек, в том числе 8 детей. Есть погибшие. Таковы последствия сильного пожара в многоквартирном доме. ЧП произошло в ночь на 13 января на улице Панфиловцев. К моменту прибытия спасателей открытым огнем полыхала квартира на 9 этаже. Пришлось привлечь 7 автоцистерн и 37 человек. Жители одного из подъездов даже эвакуировали, но владельца горящей квартиры, мужчину 1967 года рождения, спасти не удалось. От огня в общей сложности пострадало 108 квадратных метров. Предварительная причина ЧП – неосторожность при курении. Добавим, с начала года в крае произошло больше 220 возгораний, в которых пострадали 19 человек. Наиболее характерные причины происшествий все те же – проблемы с печным отоплением и электрооборудованием. Но чаще всего пожары с трагическими последствиями происходят из-за неосторожного обращения с огнем. МЧС по Алтайскому краю призывает жителей региона быть предельно внимательными при обращении с огнем.